Минувшим вечером в городском центре культуры состоялся отчетный концерт по случаю празднования 15-летия образцово-вокального ансамбля «Радуга». Коллектив активно участвует в городских мероприятиях и выезжает на республиканские и международные конкурсы. Будем и вспоминать все, что случилось за 15 лет, и будем дарить новые песни, новый репертуар, знакомый зрителям, чтобы зритель вместе с нами пел и радовался этому дню. Коллектив был создан в 2001 году на базе детской школы искусств. 15 лет назад в первый состав вошли всего 5 человек. На сегодняшний день в образцовом ансамбле занимаются 48 начинающих артистов. Воспитанники «Радуги» получают азы вокального, актерского мастерства и сценической культуры. Я хожу в него один год, только первый начинаю. Мне нравится, что здесь хорошо учат, здесь у меня все развивается, голос развивается. Я думал, мне неинтересно будет. Потом мама меня схватила показать. Я уже начал заниматься, и я уже привык заниматься. И еще мне нравится то, что мы всегда грамоты получаем, призы. Поздравить с юбилеем свой любимый коллектив в этот день пришли друзья и родственники. Выпускники, которым занятия в «Радуге» помогли найти свое место в жизни, тоже не остались в стороне. Среди них есть и те, кто продолжил свое творческое образование. В ансамбле «Радуга» я занимался 5 лет. В связи с этим, в связи с занятиями в этом ансамбле, я принял для себя решение поступить в училище искусств. И вот уже 2 года я слежу за этим коллективом. Коллектив в таком же быстром темпе продвигается. Следующему поколению я желаю серьезно заниматься вокалом, слушать преподавателя. В завершении юбилейного вечера почетными грамотами администрации Нефтекамска и городского центра культуры были отмечены руководители коллектива и воспитанники ансамблей «Радуга» и «Вариация», которые помогли провести этот концерт. Татьяна Галиева, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».